вот это вот последнее, минут на 30. Обстоятельно. Начиная с того, что Павел мне пишет. Ну, Троценко уже знаете, редактор моих книг. Вот. Он становится самым грамотным в этом плане, потому что он не упускает ни одну возможность поправить, уточнить. И эти уточнения уже столько, их уже сотни. И правильно делают. Мне удается сформулировать гораздо лучше, чем был первый вариант. Отправляю запись. Ага, ну запись это потом. Мне кажется, в каталоге нужно написать о разбросе качеств, превращающих семян и косточек, иначе не совсем правильно. Человек может думать, что вырастет то, что на фото. Вот. Ну, кто меня знает, камень не кинет никогда. Но это слова. Что я никому никогда не обещал, что качество повторятся. Просто существует тенденция. Я мне сейчас расскажу. Снова Троценко. Мне все чаще приходят сообщения от садоводов по поводу продажи семян косточковых, семян культурных семечковых, что якобы мы обманываем, не получится культурное. Можете ли прокомментировать? Семена груш, яблонь вы продаете? Да, продаю. Знает ли покупатель, что может получиться дичок? Семена груши, сорок и так далее. Ну, я пока коротко отвечаю, что в каталоге есть разбивка на подвое, привыкание, собственно. То есть, когда я пишу подвое, я им не обещаю, что с этой семечкой, с этой коры, именно яблони или с семечкой груши получится культурное. Подвое. Правильно? Вот. Привое. Можно надеяться на то, что семечко, если я взял с 500-граммового апорта, вот такого, да, что она тут же превратится в дикчок, я не могу сказать. И даже обещать этого не могу. Это прерогатива этих тимирязев. Вот. То есть, скорее всего, они будут чуть-чуть, возможно. Ну, еще кто? Папа. А папа – это он, как у нас, у людей. Так, и ищи свищи, как часто бывает. И получается, или такой же будет, или будет меньше, но ничок. Это уже точно. Почему? Множество примеров, часть приведу. Так. А помните, как я говорил, подвойное, это понятно, это сибирка, это уссурийская груша, это китайская слива, это манжурский абрикос. Так, тут я ничего не обещаю. Культурное привили, выбросил метровый побег, а тут же его отрезал на следующий год и привил на дичок. Уже колу на себе не даю. Во-первых, будет культурный, но поскромнее. Но в каждом новом месте надо со скромности начинать. Когда мы появлялись люди в открытом месте, они не дворцы строили, где-то в новом диком месте. Сразу землянка, потом времянка, а потом уже дом. Вот так и они на каждом новом месте. А у нас сейчас такая страшная картина в России, что в любом месте надо с нуля начинать. Вот общее рассуждение. Смотрим дальше. Опять Алексейка. Он выходит на первую роль, Алексей. Смотрите. Валерий Константинович, здравствуйте. Заметьте, вот, это было довольно давно, я просто из архива выкопал это. Я, конечно, не знаю статистики, сколько вырастет из семечки культурной яблони, культурных деревьев, сколько полукультурок. Но я лично видел, пробовал яблоки белого налива, крупные и вкусные, стандартный вкус белого налива. А росла яблоко в дикой полосе вдоль железной дороги. Рядом с ней были только ивы. И все, выросла она сама. Птичка принесла семечко или из окна поезда выбросили огрызок яблока, неизвестно. Но факт есть факт. Вдали от города никакой прививки нет. Место глухое, заброшенное, безлюдное. Я был очень удивлен увиденному. Белые плоды яблони, зелени ив. Так что могу утверждать, что и семечко культурной яблони вырастает культурные морские деревья. Ну, повторяться не буду, вспоминаем. Что вырастил из яблони Чернобаев, вспомнили? Показывал. 120 грамм. Вкусная семечка. Вспомните Боднера. И череша культурная стала, осталась культурная. И даже груша, семечка вкусная, крупная груша. Ну что тут будешь делать? Идем дальше.